Сегодня хлопья с молоком. Молоко, которое нам дала хозяйка. Вики, он йогурт и хлопья. Сегодня мы едем в Тамбукунт с девочками. Я Blackpink сегодня. Ну, вообще 4 дворца. Мы можем посетить. Ну да, 4 дворца можем все посетить. Сегодня предпоследний день, да? Да. Грустненько. Вообще, я, кажется, так мало снимаю. Мне кажется, так много всего снимаю. По сути, оказывается, не так уж и много. Пополнили карту. Все, девочки едут сразу в дворец, а мы поедем сначала на площадь, а потом уже пойдем по дворцу. Я какая-то очень уж замученная этой жизнью. У меня еле идут ноги, я, честно, устала. Это слишком... Мы вроде ничего не посмотрели, но как будто мы просто бегаем повсюду. Думаю, либо такой синий себе взять, либо, может быть, какой-то розовый. Вообще красота. Мы идем к входу, к главным воротам, в Хан. Все, начал опять глючить. Короче, от жары у меня глючит телефон, он сам включает и выключает запись. Класс. Мы идем к главным воротам уже в Ханбоках. Сегодня очень прям жарко. Я заплатила 35 тысяч вон за каждый из Ханбоков. Я заплатила 35 тысяч вон за каждый из Ханбоков. Янгун чиксоро, 퇴장함으로써 임무를 완수하게 됩니다. 하루 2시 예정입니다. 여러분의 많은 관심 부탁드립니다. 다, 니 факт, что они тут. А все от интернета, поэтому мы им даже написать не можем. Нас вот тут фотографируют. Все, я сдалась, я одела очки, потому что мои глаза умирают. А ты не хотела одевать очки, чтобы быть в образе? Да, но что-то пошло не так, я больше не королева. Все, я не знаю, что за глюк, у меня иногда телефон начинает выключаться, сейчас нормально. Короче, я скажу, я за каждый ханбок отдала 35 тысяч вон за 3 часа. Просто если кому-то интересно. Там были прям супер дорогие, но они очень красивые, но я пожмотилась, поэтому. А прическа стоила 15 тысяч? Да, 15 тысяч и 20 тысяч вон. Мы сдались и встали в тени. Так много людей, так жарко. Это нас опять фотографируют. Меня тоже фотографировали, но вот их сейчас фоткают. С нами фоткаются просто все корейские девочки и мальчики, такие милые. Просто корейские ученики подняли мне настроение, они такие милые, серьезно, милашки. Я не знаю, с нами уже, наверное, компания 5 сфоткалась. Hot! 3, 2... И теперь бежим все! Да-да! Вот это вот... Мы встретили девочек. У Кати странные идеи, конечно, юбочки поднимать во двор. Ира! Просто у меня была фотка, где я в городе хожу в Ханбоке, и вы так стоите, типа, а у меня там тема, вот так.
Прикольная фотка была, очень популярная. Да. Встречи. Пока. Bye-bye. Я расстроилась, что девочки заплатили за ханбок меньше, чем мы, и у них ханбоки, которые я хотела. Но я не взяла этот ханбок, который хотела, потому что он стоил 49 тысяч вон. А плюс прическа, это вообще очень много. Златые поклонники. Брала толпу. Нет, серьезно, я себя в Корее звездой какой-то ощущаю. Они еще попросили мой инстаграм. Вот, такие милые. У нас заканчивается время аренды ханбоков. Мы устали. Влад, скажи что-нибудь. Я устала. Мы очень сварились. У нас заканчивается аренда ханбока. Мы сейчас бежим снимать его. И дальше будем уже гулять без ханбока, потому что я не настолько богатая, к сожалению. Пока что. В следующий раз я хочу приехать либо со своим ханбоком, либо с большими деньгами. Вот, последнее видео с Кимбуком. Красота! Мы разгадали загадку. Нам сказали, что они сейчас в школьной поездке, и им надо сделать фотографию с нами, поэтому они все с нами фотографируются. Can I have interview? Okay. Такие сладенькие, но до этого они без листовочек подходили, а вот эти, смотри, с листовочками. Да, возможно, и в них... это, ну, первый раз это все-таки... Да, первый раз, возможно, это было просто так, а сейчас это задание, они ходят с листовочками, они нас спрашивают. Она пишет завтра. Ну, нам, в принципе, тоже надо успокоиться. Ну да, нам надо бежать, потому что я не хочу платить штраф. И если заплатить, заставить еще за плюс 3 часа, я не готова. Либо придется еще 3 часа отгулять. Это челлендж. Теперь вспомни, где мы их взяли. Около пешеходника. Около пешеходника. Хорошо. Я помню, что под землей, и там была милая тетенька. Поэтому мы найдемся. Она сфоткала мой паспорт. Если я не верну ханбок, она меня найдет. Потому что мы тем более не оставили вещи, она, наверное, поэтому еще и паспорт еще сфоткала. Так бы мы и за вещами вернулись. Так мы из-за того, что вещи не оставили, оставили свой паспорт. Вот все, мы возвращаем ханбоки. Золушки, блин. 12 ровно, и мы тут. Мы освободились от ханбоков. Я хочу взять нам либо холодный кофе, либо сок, да, потому что мы сейчас умрем. Взяли себе кофе, я уже, оказывается, его почти выпил. Хотел показать, какой кофе, а я ему уже все. А, я еще воды должна была купить, я забыла. Ну ладно. Вот, и мы сейчас идем уже кушать. Пока не знаем, что мы будем именно кушать. Вот что понравится, то кушать и будем. Вика очень хочет куксу, но я не знаю, что буду. Или намён. Намён? Или вот этот суп замкнутый. Ага, да, посмотрим. Мы опять зашли в магазин, и я не могу выбрать себе ханбоки. Мне нравятся вот эти все, и какой выбрать, не знаю. Вот женские я не могу себе выбрать. Они все такие клёвые. Мы закупились сувенирами, сейчас мы все еще идем, ищем, где нам покушать. Вокруг всего очень много, много чего и непонятно чего. Мы не знаем, где поесть. Мы все еще в раздумьях, где нам покушать. Мы ищем деревню Букчал. Зашли вообще какой-то... Ну, где-то. Ну, просто где-то. Мы все время просто где-то. Мне очень нравится, потому что это очень интересно. Колоритно и интересно. Просто 5 миллион наших любимых ступеней. Мы ей вообще доверяем, куда мы идем или нет? Мы все еще не поели, если что. Открышь. Каждый день домой возвращаем. Да, можно верить. Ступеньки. Корея, я тебя люблю. Ступеньки наше все. Если я не похудею, я очень расстроюсь. О, ощущение, что мы высоко в горах. Мне кажется, ты покраснела. Очень жаркий день. У нас одна из девчонок уже сгорела. Стала следующая. Ей. Кажется, я забыла, что сушеный крем. Чалька, я с собой его не взяла. Я его таскала, но сегодня не взяла.
поэтому... Никакого кафе, взяли себе кимпапы, потому что... Да, воды. А, ну, надо, да, воды еще взять. Вот, поэтому у меня вот такой с яйцом, у Вики с тунцом. Надеюсь, вкусно. Мы сели, кушаем в магазине. Я устала, очень устала. Вкусно? Ты устала? Моя хорошая. Ничего, сейчас еще пойдем гулять. Мы наконец-то выбрались, идем домой оставить вещи, а потом на реку. Встречать закат. Да, встречать закат, может быть, что-нибудь возьмем тоже мороженое. Может быть. А ты? Да. Мы приехали на реку. Я сейчас хотела сходить в туалет, а там дырка в пол. Моя психика не выдержала такого туалета, поэтому я буду искать другой туалет. Я не смогла. Мне нужен туалет, а не дырка. Очень холодно, хочется домой. Холодно из-за ветра. Он и не холодный, и не теплый, он что-то нежный. Но неприятненько не будет. Хочется вроде снимать каждый угол, но в то же время я, естественно, не знаю, что говорить. Просто у меня набор красивых эстетических видео. Ну, вот у меня то же самое. Вот, и я не знаю, слепить это в один просто большой кусок видео. Нет, это, у меня будет просто то болтающая башка, то половина просто эстетик видео, то потом какая-то вставочка, потом половина эстетик видео. Мы решили идти домой, потому что холодно. В Корее как-то не жарко. Нет, сегодня было душно на солнышке, оно припекало. Но так вообще, как в Москве, ночью как бы прохладно, очень прохладно. И снова лестница, фонтан, лестница. Я не знаю, вот в Корее, мне кажется, сколько уже лестниц собрали. Нет, может быть, в Москве их тоже много, но я что-то не замечала. Мне кажется, постоянно по лестницам ходим. Либо по холмам, да. Прям много их, много. Смотрите, вот здесь вот сидит маленький принц. Вика сказала, что нам до дома 20 минут. Мы уже идем 20 минут, это только полпути. Осталось еще 20 минут. Как вы угадали, мы все еще идем. Моя кофта что-то растянулась, у меня уже небольшой разврат. Что ты скажешь в свое оправдание? Как классно гулять по Корее. Та-да! Главное, что в Корее, да? Да. Тебе хочется сюда приезжать почаще? Да. А переехать? Нет. Да? Нет. Она сказала, да, вы слышали? По-корейски ответила, все, она готова переезжать. Ты сказала, да, все слышали. Ничего не знаю. Она нас в какую-то подворотню завела. Какие-то сварки, какие-то ремонты машин, я не знаю. Нет, ну вообще очень интересно, мы целый день на ногах. И возвращаемся обычно домой, но очень подозрительными путями. Еще мне очень нравится, что мы идем, как бы, тут нет тротуаров, мы всегда на проезжей части. То мотоциклы, то машины, то еще кто-то. И мы. Ну, реально, мы сейчас какой-то подворотник. Куда ты нас набрал? Ты уверена, что ты туда хочешь? Нам же скажи. Ой, блин. Велосипед. Ну ладно, хочешь туда? Пойдем туда. Контраст, вот маленькое здание. Он такой, хопа, хопа. То есть что хрустнул, моя кисть руки хрустнула, точнее. Все нормально, Вика нас вывела правильно. Красивая русская женщина, я верю в тебя. Yeah. Нет, я больше не пойду гулять. 20 минут до дома. Мне кажется, мы час шли. Что еще мы поняли, что чистая Корея это немножко миф, потому что в районе, где мы живем, во-первых, грязно. И в мусорку все кидают, ну просто, ну как попало. Там, да, конечно, стоит камера. Всего. Да, но все кидают вообще как есть. Все, мы дома, ура, сейчас будем кушать.
нам что-то было голодно. Давайте я покажу, что мы купили. Это просто обзор. Это ханбоки на бутылку. Но я просто хотела себе купить ханбок. Я, конечно, в них не влезу, но у меня теперь есть ханбоки. Стоили они по 15 тысяч вон. Потом мы купили сейчас покушать йогурты. Три таких, два таких. Они стоят по 1400, где-то 1000. А, 2200 мы отдали за вот этот и сколько-то там. Короче, йогурты, наверное, стоят точно так же, как у нас, по сути. Вот, допустим, проезд на метро намного дороже, чем у нас. У нас 57 рублей, а здесь 150 получается. Еще я купила себе вот такие штучки. Потом я купила подвески в подарок своим друзьям. Но я не буду дарить все. Вот эту я хочу оставить себе. И вот эту синенькую тоже хочу оставить себе, потому что они мне так понравились, что я не знаю. Может быть, я в итоге все подарю всем, либо оставлю только вот эти две себе, потому что себе их тоже хотела, они такие миленькие. Потом я купила себе заколочку, такую шпильку. Вообще голубое я не ношу, у меня не так много голубого, но я решила, что это вот прям мне одна, мне очень понравилась, мне она нужна. Василька купили себе вот такие ручки. Еще одна подвеска, только теперь вот такая с бабочкой. Потом это моему брату. Это кружка маме. Это на подарки всем знакомым. Очень красивые магнитики. Они прям очень красивые. Мне очень понравились. Прям so beautiful. Я не удержалась. Купила себе такой наперстник. Да, не знаю зачем, но очень надо. Я как бы вряд ли с ним буду шить, но он теперь просто у меня есть. И еще вот такую открыточку. У меня есть открыточка из Испании. И вроде Доминиканы, если я не ошибаюсь, либо только из Испании. Я решила вот продолжить свою коллекцию вот такой открыточкой из Кореи. Тут кимбукун. И он такой еще объемный, с замочком, с стразиками. Она стоила 3000 вон. Еще мы купили сережки. Точнее, Вика купила. Это Вика купила себе с перламутром. Это Вика купила мне. Это Вика купила маме. На этом все. Наши покупки закончились. Да. Просто Корея — это сплошной шопинг. Сюда надо приезжать с деньгами. Без денег здесь делать, правда, нечего. Я забыла солнцезащитный крем сегодня, и я сгорела. Просто. Красненькая помидорка. У Анечки сгорело тело, а у меня сгорело лицо.